Кто он? Типичный русский боец. Каков его образ мышления? Какова его воля и стремление к победе? Мотивация и амбиции. Сейчас можно без каких-либо сомнений резюмировать, что последние десятилетия имена российских спортсменов не покидали и не будут покидать в дальнейшем верхние строчки рейтингов мира смешанных единоборств. Для американцев это бизнес, это возможность заработать деньги. Я дрался не за деньги, я дрался за этот пояс. И в перспективе, как бы, ну, естественно, деньги, это тебе тоже хочется, как бы, денег заработать, но на первом месте, конечно, ты понимаешь, что ты представляешь свою страну.